Сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовская в преддверии весенних и летних каникул провели профилактическую акцию в Звенигороде. Стражи порядка подходили к людям на улице и информировали их о наиболее распространенных мошеннических схемах. А также вручали листовки с важной информацией и номерами телефонов, по которым необходимо обращаться в случае противоправных действий. Противоправные схемы уже давно известны, однако с каждым годом они становятся все более изобретательными. А методы, которыми пользуются преступники, изощреннее и сложнее. Излишне доверчивые пожилые люди продолжают попадаться на их уловки. Чтобы... Нам сказали, что вы всем открываете дверь-то? Да как? Он пришел к завщику, а у нас не проверяется. Конечно, я скажу. Я бы тоже открыла. Документы показали. Мы ставим счетчики на газ. Угу. На газ. Ну, смотрю, представительный мужчина, женщина с ним. Документы показали. Ну, раз всем ставит, значит, и мне пусть ставит. Поставили. Поставили. И женщина-мужчина ушел, другой пришел снова налаживать. И ушел. А газом пахнет и пахнет все. Я давай вызывать. Вызвала, а он и говорит, да здесь не заделали, говорит, совсем ничего. И счетчик даже не видно, где цифры, что. А вы заплатили? Что-то? Заплатила, 700 рублей заплатила. Сотрудники Одинцовской полиции призывают жителей быть более бдительными и осторожными. Ни в коем случае не передавать деньги незнакомцам, не сообщать им номера и пароли своих банковских карт. О подобных фактах необходимо немедленно сообщить в территориальные правоохранительные органы. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».